Доброго всем времени суток! Приветствую всех на своем канале. Здравствуйте, мои роднулечки! Вы сегодня ко мне заглянули, и я думаю, не зря. Я вчера встретила свою знакомую. И мы как-то разговорились по-женски. И вот знаете, проблема у всех девочек одна, не только у меня. Очень обильно высыпаются волосы после летнего периода. И что с этим делать, как с этим бороться? И я с ней поделилась масочкой. Я не знаю, почему я ее до сих пор не выставила к вам. Но вот сегодня я вам ее рассказываю. Вчера поделилась я ей, сегодня вам, мои родные. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. Что нам для этого необходимо? Нам необходима посуда, стекло. И чтобы она закрывалась. Этого достаточно. Нам необходимо коньяк. Пошла специально, девчонки, купила коньяк. Недорогой, не дешевый, средний. Взяла 5 звезд. Называется натхнение. Коньяк обязательно. Для того, чтобы наши луковички будоражить, стимулировать, мы будем, конечно же, эту масочку делать массажными движениями. Потом все расскажу. Нам понадобится морская соль. Девчонки, я пробовала из крупной и из мелкой. Мне из мелкой очень сильно понравилось. Поэтому, если будет выбор... Я, к сожалению, не нашла. Обошла я весь супермаркет и не один. И вот нашла я крупную морскую соль. Ну ничего, будем делать с морской солью крупной. И нам понадобится мед. Медок. Такой вот жиденький. Если он у вас не жидкий, вы можете его растопить. Масочка это. Маска это от выпадения. Корни стимулирует. Луковички наши будоражит. И начинается хорошее кровообращение. Но также эта маска, я бы, наверное, советовала девочкам, если вы знаете, вам на свадьбу нужно пойти или какое-то торжественное событие, ее нужно делать наперед за 10-12 дней. Девочки, скажу вам откровенно, 12 дней никогда не выдерживала она у меня. Я, наверное, ее использовала раньше. Ну, от этого эффект, поверьте, был не хуже. Волосы обильные, пышные, шикарные, шикарные косы получаются. Какие бы тонкие у вас не были волосы. Это действительно так, маска это изумительно. Я вам рассказываю свой рецепт, как делаю я. Я не знаю, может быть, вы знаете подобную масочку, поделитесь со мной, пишите. Мои подписчицы все читают, нам все интересно, мы очень любопытные. Так что, девочки, давайте будем делиться с друг другом. Вот, так что нам понадобится. Мы берем морскую соль. Нам мой рецепт на 7 столовых ложек. А вы уже смотрите сами. Насколько будете делать вы. Порции должны быть практически одинаковые. Ну, конечно же, коньяка мы не будем 7 ложек добавлять. Это будет занадто. Очень даже много. Но я бы не сказала, вы знаете, что она у меня крупная. Вот такая вот. Ну, можно сказать, средняя. Я брала и крупнее. 7 ложечек полных с горкой морской соли. Так, у нас 7 ложечек. Вот так вот много получается. Хотите, можете полную заполнить. Мне кажется, для начала нужно попробовать. Понравится она вам, не понравится. Я от этой маски без ума. И когда вот у меня какие-то сильные проблемы, я прибегаю только вот к таким вот народным средствам. Так, что мы делаем? Мы добавляем коньяк. Сейчас покажу, как я добавляю. Чтобы растворился он хорошенечко, наша морская соль. 2, 3, это мало, девочки. 4, 5, вот, достаточно. Этого достаточно. Что теперь я делаю? Меда. Выливаю медок. Ну, тут ложечки 4 будет меда столовые. Настаивать мы будем в темном месте. 10 дней, 10-12 дней. Хотя бы должна выставиться эта маска. Хорошенько мы все перемешиваем. Видите, вот она не жидкая и не густая получается. Вот, теперь смотрю я, девочки, что она у нас жидковатая.
И я, наверное, добавлю морской соли сюда. Вы поняли, да, последовательность? Вы уже смотрите как бы на глаз, потому что коньячка я тут прилично налила, это много. Мы добавим еще сольки, разбавим. Ничего страшного. Еще добавлю 2 ложечки. Вот. Вот такое вот должно быть. То есть коньяк плавать не должен. Он просто должен всю нашу морскую соль растворить. Это мы все, девочки, закрываем. И отправляем в темное местечко наше. Это у нас не в холодильнике хранится, а в темном месте. И стоит у нас 10-12 дней. После того, как настоится, мы достаем. Наносим. Я наношу на одни корни. И когда я наношу, девчонки, я прям хорошенечко массирую волосики, корни пальчиками. Хорошенечко везде массирую. Потом я одеваю полиэтиленовую шапочку. А наверх еще теплую шапочку. Я не знаю, что вы будете одевать. У меня есть теплая шапочка. Красненькая, я ее одеваю и хожу я 30-40 минуток. Такую масочку каждый день делать не нужно. Хотя бы раз в недельку. Вот такая вот масочка, видите, вот немножечко. Оно все растворится. И наша морская соль будет как однородная масса. Маска, конечно, очень хорошая. Мне она очень сильно нравится. Поэтому у кого проблемы очень сильные, попробуйте, девочки. Возможно, вам поможет эта масочка. Возможно, вы останетесь очень довольными, и она станет вашим фаворитом. Выбирайте для себя лучшее, подбирайте для себя, для своих волос. Женственными, красивыми, очень с красивыми волосами. Потому что волосы – это сильная женская энергетика, энергетика сексуальная. Вам желаю всего самого наилучшего. До свидания, мои родные.